Всем привет! Сегодня хочу вам показать свои покупки из магазина IKEA. Сейчас уже 2021 год, 8 января. Ну, где-то раз-два в год, наверное, я посещаю этот магазин, поэтому хочу поделиться с вами своими покупками. Покупок у меня не так много, но сумка оказалась большой. Поэтому давайте приступим, посмотрим. Мне не терпится все разложить уже по полочкам и начать пользоваться. Ездила я в магазин сегодня, поэтому хотелось бы сразу все разобрать и показать. Приступим. Первое, что я купила, это салфетки. Всегда их покупаю, когда бываю в этом магазине. Салфетки для уборки, для мытья посуды. Они мне очень нравятся, долго служат. Если вот эта верхняя часть отдирается, то вот это вот еще долго может вам прослужить. Понятно, что их нужно менять там раз в 2-3 месяца, но это я просто говорю для тех, кто думает, какие по качеству икеевские тряпочки. Губки называются они, вот артикул, кому интересно. Ну и, в принципе, легко на сайте найти. Взяла такие три упаковки. Очень хорошо отмывают и раковину, и сами саму посуду. С одной стороны, пожестче. Где тефлоновское покрытие, например, сковородок Тефаля, лучше не использовать, и помягче, вот где можно использовать. Так, они белые. Взяла три упаковки, стоят 69 рублей. Так, из того, что еще всегда приобретаю, взяла перчатки. В этот раз перчатки тоже для уборки. В прошлый раз я брала синие, в этот раз какая-то у них новинка вот вышла, другого цвета. Обошла практически всю Икею у нас, Икея Самара, и нашла только в одном уголке. Там, наверное, штук 10 оставалось. Видимо, давно у нас перевоза никакого не было в городе. Взяла вот размер S-ку, я взяла, стоит 100 рублей. И хорошие перчатки, высокие, толстые, плотная резина. Советую, удобно ими пользоваться, но почему-то у меня всегда именно правая рукавица. Ну, прорывается, дырки образуются, так скажем. Взяла 4 пары про запас. Так, следующее. Тоже, что частенько беру. Не каждый год, но беру. Доски. Стоит она, по-моему, где-то 32 или 34 рубля доска. Доска маленькая. Разделочная. Полиэтилен. Так, номер артикульный здесь что-то не видно. А вот, кому интересно, вот. Плотный материал, вот достаточно. Можно легко, со всей силы, точнее, нажимать на нее, и она не продавится. Удобно резать хлеб, еще какую-то мелочевку, там овощи, какие-то на салат, фрукты. Но небольшой размер у нее. Так. Длина 2,4, ширина 15, толщина 5. Тоже беру всегда практически, советую, хорошие. Проще выкинуть и купить новый за такие деньги, что, ну, когда, я имею в виду, приходит негодность. Так, из посуды давайте, наверное, то, что еще посмотрим. Взяла первый раз контейнер. Решила заменить контейнер для обедов на работу. У меня икеевские тоже были, там прочный пластик, но как бы уже перекрасилось покрытие от приправ, от всяких, поэтому решил заменить. Конечно, стекло полезнее, но стекло тяжелое на работу носить. Знаете, когда в общественном транспорте ездишь, а не на машине, тяжеловато. Поэтому решила пластиковый взять. Стоит недорого. Так, вот отдельно контейнер продавался. Так вот, 450 миллилитров. Он, по-моему, рублей 60 стоит. И отдельно крышка. Вот крышка 100 рублей стоит. Она подходит как к стеклянным, так и к пластиковым контейнерам. Поэтому производство России. Надеюсь, отклеится вот эти бумажечки. Так они легкие. Так закрывается. Конечно, я такие крышки еще никогда не брала. Обычно люблю, чтобы плотно закрывалось. Ну, не знаю, посмотрим. Надеюсь, ничего протекать не будет, если вдруг
такой довольно плотный контейнер. Качество хорошее, толстый пластик такой. Так, взяла еще вот такую баночку. Она у меня уже была. Один раз я ее в мае брала в том году, когда доставку с Икеи заказывала, чтобы самой не ехать, решила тогда взять. 100 рублей она стоит. Взяла еще одну такую баночку. Хорошее, удобное в применении. Здесь крышка упакована. Сейчас давайте открою. Она небольшая по размеру. Сейчас откроем. Так, банка с крышкой. Объем 0,3. Она у многих уже есть. Объем 0,3 литра, диаметр, высота. Вот здесь все написано. Артикульный номер. Удобно в ней хранить орехи, остатки, какие-то шоколадки, конфеты, кто ест. Варенье, мед. Единственное, что вот мне не очень нравится, конечно. Здесь вот есть, да, у крышки прорезиненная подкладка, прокладочка такая. И она, получается, вы ставите вот так крышку, она не внутрь засовывается, а как бы наружу вот так вот держится. Так она хорошо закрывается, но нужно, если вдруг вытаскивать, допустим, из холодильника, брать вот так вот. Не дай бог, вот за крышку взяли, это все разбили. Но удобное, удобное в применении. 100 рублей. Так, и взяла такую же побольше. Здесь уже большая банка. Хотела взять длинную такую же, но почему-то я подумала, что места ей не будет, если вдруг я захочу поставить что-то в холодильник. Тоже такая же система, как у в маленьком. Сейчас откроем. Эта баночка уже стоит 250 рублей. А была такая еще вот длинная, выше. Выше ростом, буквально еще там настолько же по размеру. Она уже стоила 300 рублей. Взяла ее с целью хранить чай ромашковый. Кто видел мои распаковки с iHerb'а, тот знает, я брала большую упаковку ромашкового чая, очень люблю его заваривать. А хранить мне, оказывается, его не в чем. В пластиковом контейнере я не захотела его хранить, потому что он быстро там заводится насекомые, когда в пластиковом хранишь. Поэтому нужно в стекле желательно. Так, я открыла. Вот здесь такая же система. Тоже прорезиненная подкладочка такая. Прокладка вот. Стекло плотное, тяжелое. Так, размер здесь 1,9 литра. Объем диаметр 15, высота 18. Банка с крышкой Вардаген. Такая тяжеленькая. Визуально она кажется небольшой, но надеюсь, сюда ромашка моя влезет. Я говорю, была еще вот прям вот, наверное, в два раза больше этой банки, но почему-то размер там написан, объем я имею в виду, тоже 1,9. Удивительно, конечно. Ну, посмотрим, как применение будет эта баночка. Так, из кухонного у меня еще только три вещи. Пакеты взяла. Очень мне нравятся эти пакеты. Так. Вот такие пакеты. Посмотрим. Там новинки какие-то появились. Так. Пакет, закрывающийся. Контейнеры для продуктов. Полиэтилен можно ставить в морозильник, выдерживает температуру до 50 градусов. Вот, сделано в Таиланде. Так, я взяла две одинаковых. Таких у меня еще не было. Они почему-то у меня очень быстро заканчиваются. Некоторые я уже выкинула. Потому что они многоразовые использования. Там часто морожу мясо. Еще там какие-то продукты. Очень удобно, что их помыть можно и обратно использовать. Так, в этот раз взяла поменьше размеры, 1 литр и 0,4, так, 30 штук. И 0,4, 30 штук тоже здесь. Получается 60 штук упаковки, стоит 160 рублей, насколько я помню.
Так, артикульный номер. Не знаю, кому интересно, кто заказывает с сайта. Сейчас откроем, посмотрим. В прошлый раз брала большие, но что-то в этот раз решила поменьше взять упаковку. Так, смотрим. Вот это, наверное, совсем крошка 0,4, которая. Ну, кстати, вот они кажутся малюсенькие, а по факту они очень вместительные. Видите? Удобно. Люблю замораживать в этих пакетах. Или фрукты какие-то на работу носить. Так. А вот пакет побольше, литровый. Вот это же нормальный пакетик такой. Вместительный. В основном я вот этими пользуюсь. Потому что брала тогда большие и поменьше. А там, наверное, 2 литра, скорее всего, в большом. По факту использования у меня там только половина пакета занимала. Поэтому решила сразу в этот раз взять поменьше. Так, ну вот получается, насколько размер. Хороший пакет, советую. В этот раз взяла, говорю, 3 упаковки, 2 одинаковых. Вот эти вот, по литровую 0,4. И еще новинку у них вышла, литровые. Там 25 штук. Там 25 штук литровые. Стоят они, по-моему, 79 рублей. Сейчас открою. Потому что, говорю, я пользуюсь в основном литровые. Для заморозки очень удобно. Поэтому решила взять все-таки отдельно еще литровые. Здесь другого цвета упаковочка. Голубые. Ну, литровая упаковка такая. Посмотрим. По размеру должна быть одинаковая с этим пакетом. Ну, да. Плюс-минус там несколько миллиметров. Поэтому вот так вот из пакетов это все. Так, далее взяла по распродаже чехлы на подушку 50 на 50 размер из натуральный хлопок. Красного цвета я взяла. Они там разного цвета. У меня уже есть такие же синие. Очень приятный к телу материал. 150 рублей стоит со скидкой. Так. Есть разные там материалы. Ну, из цвета я имею в виду. И зеленый, и желтый. Бежевый вот у нас практически закончился. Там его не было уже. Салатовые какие-то. Ну, в общем, и ассортимент там большой, именно вот такой материал. На самом деле у нас в Икее там продажи практически уже ничего и нет. Ну, шторы можно еще посмотреть, да. А в основном по скидке товаров-то и не было. Все, что мне нужно, оказалось без скидки. Так, ну таких вот я, повторюсь, купила 2 штуки. Так. Чехлы. Взяла подушку. Это я уже взяла на выходе в отделе уцененных товаров. Такого размера у меня подушки еще нет. Она без чехла идет. Так, подушка. Не знаю, видно, не видно. Inner подушка белая 40 на 65. Со скидкой вышла она. Так, была 250, со скидкой 175 рублей. Обычная белая подушка, она как бы декоративно идет, хорошо наполнена уплотнителем, таким наполнителем. Синтетика наверняка. Сейчас посмотрим.
Это я уже прям перед кассами увидела. Так. Плиз, 100% полиэстер. 40 градусов стирки. Да. Написано, что просто полиэстер. Так. Взяла еще такую же подушку. Тоже в уцененке. За 120 рублей. Размер 50/50. Но мама у меня его увезла к себе по ошибке. Завтра заберу, сниму, вставлю в конце видео. И еще взяла кошачий домик за 350 рублей. Тоже вот у меня в моей сумке не поместилось, поэтому мама увезла к себе. Она живет недалеко, завтра заберу и вставлю в конце видео, покажу вам. А так в уцененку заглядывайте. Можно намного дешевле купить какие-то вещи. Но я вот думала, что не донесу, поэтому взяла две подушки. Из уцененного товара, имею в виду. Большая подушка, такого размера у меня еще не было. Вон сзади у меня стоят 50/50 размер, а это вот 60. Ну, я показала уже, не помню размер. Так, взяла еще тюль. Честно говоря, это не особо необходимость у меня было, но просто увидела, вот со скидкой она была. Тюль Розенмауа. Размер 145/300. Две штуки. Она... Что-то у меня проблемы со светом. Она белая. Качество мне понравилось. Я трогала. Размер... А, размер показала. Картинка. У них нарисован рисунок снежинки. Очень красиво смотрится. Как бы взяла про запас. Стоили 500 рублей со скидкой. Поэтому решила взять. Не знаю, сейчас. Ну, давайте откроем, покажу. Я просто не буду их пока, наверное, стелить. Их нужно будет подшивать. Материал мне понравился. Это, конечно, не хлопок. Полиэстер окрашенный написано. Усадка максимум 4%. Просто покажу вам. Вот, не знаю, видно? Вот снежинка, видите, снежинка. Красивая очень. И на общем такой плотный, нелегкий. Материальчик такой. Красиво. Поэтому обратите внимание, кому нужна недорогая тюль. 500 рублей, я считаю, прям нормально. Так. Из мелочевки взяла еще салфетки. Всегда их беру. Очень плотный материал. 100 штук. Сейчас они, по-моему, стоят уже 37 рублей. Взяла две пачки про запас. Недавно брала в Пятерочке у нас в магазине. Тоже салфетки там 20 с чем-то рублей. Вот качество вообще не сравнить. Вроде салфетки, а все-таки икеевское очень хорошее качество. Плотный материальчик. Так, взяла ёршики про запас. Я их как бы стараюсь чаще менять. Поэтому вот взяла. Стоит недорого. Вот это, по-моему, черный 79 рублей стоит для туалета. А это 29 рублей. Такой я еще ни разу не брала. Это самый дешевый какой-то. Ну, ёршик и ёршик. Они как бы расходный материал. Часто меняю. Так, взяла... Вот такую. Цветы. Они как бы считаются... Я такие еще ни разу не брала. Они у многих есть, вот у меня их еще не было. Так. Здесь что-то ничего не написано. Я так поняла, это для запаха. Чтобы квартира запах... Ну, или помещение какое-то. Можно в шкаф класть. Очень вкусно должно пахнуть. Здесь вкус малина. Ну, через упаковку... Плохо пахнет, а там на как пробники, что ли, где можно по запах почуете, у нас уже как бы не было такого в Икее. Видимо, давно их не меняли, и там уже запах не чувствуется совершенно. Поэтому взяла как бы на обум. Так. Взяла вот такую еще
правильно называется? Тележка. Она пластиковая, стоит 600 рублей. Так, кому интересно, здесь вот есть размеры. Она самая узкая в Икее, из дешевого такого, я имею в виду. У меня как раз чуть-чуть остается место в ванной между раковиной и стенкой. И я хочу всунуть вот эту туда коляску. Коляску, тележку, тележку вот эту туда вставить. И чтобы место не простаивало, а в нее положить там стиральный порошок. У меня есть еще одна пачка, там запасные какие-то эти материалы, еще там всякие гели, которые в шкаф не умещаются. Так, вот пластик. Здесь три этажерки. Сейчас соберем. В конце видео я ставлю обязательно. Так. Еще там есть черная такая. Я вот белую взяла. Так. И самая большая моя покупка на сегодня — это матрас. Сейчас посмотрим, принесу из коридора сюда, посмотрим. Потому что мне хочется померить все-таки диван. Я взяла, у меня диван 150 сантиметров, но на 2 метра. Я взяла 140, потому что следующая там ширина уже была 160. Поэтому решила взять такой матрас. Все-таки спине неудобно спать на диване без матраса. Поэтому взяла один из самых тонких. Сейчас покажу. Так, вот матрас, размер матраса. Артикульный номер. Так, так он выглядит. По идее, должен выглядеть. Так, сейчас посмотрим, что здесь написано. Он огромный. Так, написано, значит, матрасная ткань. Полиэстер, 36, хлопок, мягкий материал, полиэстерная вата, наполнитель. Так, вот он у нас огромный какой. Это я еще ногой держу. Сейчас приложу. Смотрите, что кошка делает. Обновляет подушечку. А я еще даже не успела постирать. Но для этого, для этой подушки у меня чехла нет, потому что я купила буквально на кассе. Поэтому чехол не успела захватить. Марусь, устраивает подушка? Все нормально? Обновили. Так, ну сейчас померим матрас, откроем его. Так, ну вот раскрыла я матрас. Вот чуть-чуть он у меня маловат. Ну не знаю, может я его оставлю. Подумаю. Просто опять везти его неудобно без машины. Здесь вот материал сверху кажется, что как, ну, на ощупь хлопок. Хоть написано вроде полиэстер. Чехол съемный, его стирать можно. Он вот на замке. Где-то здесь замок должен быть. Знаю, если поискать, наверное, найти можно. Где-то есть замочек. А так вот он. Мне просто на диване неудобно, когда вот диван же состоит из двух частей, когда на сгибе, вот на этом как раз, когда спишь ночью, сюда постоянно падаешь в этот сгиб, и спине больно. Поэтому хотела именно взять матрас. А так, мягенький такой. Главное, чтобы его потом удобно было хранить. Также можно было сложить и под диван положить. Поэтому толстый прочный не стала брать. Стоит 3 300, по-моему. Побольше материал уже 3 700. 160 сантиметров уже 3 700, по-моему, стоил. На 500 рублей дороже. 500 или 400. Где-то так цена. Так, ну все.
конце видео вставлю еще вот, сложу тележку и заберу завтра кошачий домик. Я собрала этажерку, пихнула ее в место у нас, у меня на кухне, ой, в ванной. Прям впритык получается, поэтому, ну, плохо ездит, потому что прям совсем впритык. Крупные, конечно, бутылки сюда не помещаются, наверное, придется наверх ставить или все-таки в шкаф убирать. Вот, например, Ласка, стиральный порошок жидкий, который 2-литровый, сюда уже не помещается. Двухлитровый у меня стоит, или трех. Да, 2-литровый. Поэтому вот так вот. Вот так вот. Нормально. Порошок он стиральный, можно сюда убрать, ваниш. Если у кого-то есть место на кухне, такое же небольшое, там отлично всякие бутылки будут помещаться. Ну, типа вот масло, кто хранит. Таких. В темное местечко, если куда-нибудь не рядышком с батареей. Так что нормально. Собирается быстро, легко, инструкции есть. Ну вот, в принципе, нормально. 600 рублей. Я довольна. Ну и место не будет совсем пустовать. Вот у меня все на полу стояло, пол было неудобно мыть. Поэтому вот так. По верхушке можно вот эти вот тряпочки положить тоже еще. Советую. Забрала я у мамы сегодня кошкин дом и подушку. Еще одну, которую я брала в оцененных товарах. Это обычная тоже подушка, без чехла, белая. Хорошее наполнение такое твердое. Размер 50 на 50, 120 рублей. Изначальная цена 170 рублей. Так что вот. Чехлы у меня есть. Я подушку постираю, потом одену чехол. Так, и кошкин дом покажу вам. Он из картона. Продается в сложенном виде. Вот рециркульный номер. Домик для кошки. Он из полиэстера. Вставка цельный картон. Видно. Бывает черно-белый, я видела. Просто черный. И вот такой расцветки. Бледно-розовый такой. Я подумала, что черный, кошка у меня и так черная, будет сливаться совсем. Черно-белые тоже как-то. Волосы черные будут сильно видны. Потому что она у меня линяет постоянно. Ну, взяла для разнообразия вот такой цвет. Он продается в сложенном виде. Так, здесь вот картонка вынимается. Видите, да, с одной стороны ничего нет. Так. Здесь вот, как вот контейнеры продаются. Не контейнеры. А, ну для одежды, да. Тоже точно такая же система. Здесь замок. Он складывается. Вот так вот он в упаковке картона. И везется домой. Так, сейчас мы обратно это сделаем. Застегиваем замок. Дальше одеваем, вставляем картонку. И все, в принципе, здесь уже ничего нет. Можно либо так оставить, если у вас, допустим, есть стеллаж, Билли, по-моему, называется, можно туда вставочку сделать, получается, там и крыша будет в стеллаже, а сюда какую-нибудь подушку постелить. А если вы на пол ставите, то можно
Просто подушку вниз и внутрь положить. Постелить чего-нибудь красивое. Вот, например, сейчас я положу. Ну, это большая слишком подушка, конечно. У меня есть... Я из Таиланда привозила кошке лежанку. Она сейчас туда редко садится, она ей надоела уже. Вот подушка от нее. Голубенькая такая. Вот. Вот еще. Но ее постирать еще надо. А так вот. Можно положить. Подарочек. Но она больше любит компьютер, как вы видите. Место тепленькое. Сюда она успела один раз залезть, посмотреть, оценить и вышла. Но она мне уже возрастная девочка. Ей уже 14 лет. Моей кошке, поэтому... Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, кому понравился формат данного видео. Всех с наступившими уже новогодними праздниками.